А тем временем в Южном городе открыли второй детский сад, в котором малыши будут не только готовить к школе, но и вообще ко взрослой жизни. Есть даже классы для занятий робототехникой и математикой, и собственный бассейн. Трехэтажное здание оснастили по всем современным стандартам, причем построили в рекордные сроки, всего за год. Что такое по-настоящему счастливое детство, сегодня увидела и наш корреспондент Татьяна Пудова. Повсюду компьютеры и детали для инновационных разработок. Молодые специалисты, не жалея сил, трудятся над новым проектом и просят журналистов не отвлекать. Мы строили аллигатора. Он, когда пища попадает в рот, он чувствует, и он тормозит пищу. Кабинеты робототехники, математический класс, спортивные, музыкальные залы и собственный бассейн – все это под одной крышей нового дошкольного учреждения. За сказочным названием «Лукоморье» – почти фантастическая реальность. Здание построено с нуля. Второй по счету в микрорайоне «Южный город» детский сад начали возводить всего год назад. Ход работ контролировал губернатор. В августе этого года он инспектировал здание. Тогда оно только готовилось к сдаче. Глава региона тогда высоко оценил условия, которые созданы здесь для детей. Огромная заслуга губернатора в том, что, несмотря на очень сложные финансовые условия, были изысканы средства для того, чтобы этот детский сад открыл сегодня свои двери. Он очень нужен для Южного города. Здесь много молодежи, здесь много малышей. Очень много малышей в возрасте от 0 до 3 лет, поэтому этот детский сад далеко не последний. Для многих семей микрорайона – это долгожданное событие. Ты рада, что попала сюда? Рада, очень, да, красивый интерьер, ребенку очень нравится бегать, веселиться. Рассчитан детский сад на 300 мест. Здесь все сделано по современным стандартам. Созданы условия для маломобильных граждан. Входы в здание оборудованы пандусами. Для маломобильных граждан у нас даже есть пассажирский лифт, на котором они могут передвигаться самостоятельно по этажам. А на каждом этаже оборудована комната для ожидания. В Самарской области делается все, чтобы дети гармонично развивались и получали воспитание в достойных условиях. В этом году в регионе было открыто 9 детских садов для 3000 малышей. Причем 10% от этой цифры – это те, которые проживают в микрорайоне «Южный город». Микрорайон называют одной из лучших комплексных застроек в стране с населением, которое в перспективе превысит 300 тысяч человек. В декабре 2017-го здесь же планируется завершить строительство нового детского сада на 350 мест. Также началось проектирование еще одного на 600 мест. Он станет самым большим в стране. Татьяна Пудова, Алексей Гриднев, Новости губернии.